Всем привет! Вы на канале Влад и Настя. Сегодня Насти не будет, и будет только Влад, но я только буду. И сегодня я буду играть в игру «Моя говорящая Анжела». Вот. Она у меня такая красивая. Хорошо. Повторяется. По-моему, ее. Анжели понравилось. Ты хочешь зелье, Макс? Лямка тебе. Ой, ты какая малюсенькая. О, здесь у меня есть наклейки. Посмотрим на наклейки. Дубликат. Дубликат. Ну, палец у меня всегда. Всегда хватает дубликата. Наклейки прикольные попались. Такие наклейки. Подвинемся дубликат. Эпики лучше не продавать. Ну, я продам. Да, вы думаете, почему у меня столько много всего? Ну, с помощью приложения «Беспроводник» я типа взломала ее, ну, типа так вот. У меня здесь все зелья. Мы сможем до бесконечности покупать их. Но я не хочу. Сейчас у нас будет новый уровень. Если это... Да. Если поступать по этому пути. Вот так вот. Пять новых наклеек. Сейчас посмотрим, какие. 75-е, 145-е, 15-е, 49-е и 194-е. Мы все дубликаты, конечно же, не дадим. Сейчас мы тебя переоденем, Анжела, чтобы ты была красивой. Да? Заходим в гардероб. И переодеваем ее. Какой-нибудь наряд, который... Очень? Ну, который такой прикольный наряд. Ну, вот, например, вот королева у меня бесплатная тоже. Сердечки прикольные. Мне они нравятся. Прическа пипи. Где моя прическа пипи? Пипи, прическа. Вот, прическа пипи. Это не очень такая хорошая. Меткая прическа не очень так нравится. Нет, королева Сэйн. Пусть у нас будет... Она как джинджер. Глаза сделаем чуть-чуть тоже. И макияж тоже сменим, чтобы он подходил к нашему наряду.
Жалко, что сейчас Насти нет. Сейчас мы купим наши кристаллики вот эту помаду. Вот мы купили, чтобы она у нас блестела, да, Анжелка? Тебе нравятся помадки? Ну, вот эти, которые красят. Они такие блестящие и красивые. Да, да. Я тебе так сделаю, чтобы была красивой. И немножко вот так вот зелененький, хорошо? Чтоб тоже было красиво, да? Посмотрите, какая она красивая. Ой, нет, я не буду. Ой, прости, прости, я не буду так больше. Ты меня прощаешь, да? Конечно, тебя прощу, да? Накрою себе и бровки, чтобы были красивые. И помадку такую золотую, чтобы была у нас Анжела как джинджер, такая красивая. Да, Анжела? Ой, ты меня еще и целуешь за это? Хотя какая красивая. Это какая? О, Анжелка, тебе надо у нас на выставку, да? Анжелка, тебе надо у нас на выставку, да? Да. Опс. Где фотографируем, Анжелка, да? А теперь делай себе большую. Уи! Анжела у нас стала какой-то... Не очень, мне не очень. Мне не очень так нравится такая Анжела. Вот такая намного лучше. Сейчас почистим тебе зубки, Анжела. И вот Анжелка у нас еще такая. Да? Хорошая? Уже с очками была. Вот, с очками. А где твои очки? Где твои очки? Очки появились из кишков твоих. О, появились. Ой, не туда зашел. Так. Сейчас зайдем в гардероб. И купим розовую фею. И ты у нас будешь... Такая розовая фея. Синерозовые. Вот такие голубые очки тебе дадим. Будешь ты у нас с красивенькой прической. Губы опять поменяем. А тебе зачем менять? Они же и так красивые. Да, Анжелка? Вот. Такие красивые глаза у этой Анжелки. Ну, прости, Анжелка, я просто хотела посмотреть на твои глазки. Они, у тебя такие красивые брови. Ой, прости. Ой, Анжела. У меня вот это получается случайно, прости. Так, ну, синюю, вторую фиолетовую. Так получается, награлся красивее. Да, да. Да. Опс. Опс. О. Вот это я понимаю, Анжела. Такой губай. Нет, вот такие глаза мне опять нравятся. Пусть будет розовая шумка. А королеву вот так и оставим. Ой, то есть... Блин. То есть вот это вот. Ну, фиг. У нас выпал подарок. Сейчас мы посмотрим видео. И все. Ну, и откроем подарок.
И вот я уже посмотрел видео, и я выберу подарок нежный справа. Что в нем попадется? Один кристалл. Это пока что все хорошо. Нет, я больше не хочу. Хорошая Анжела. И сделаю-ка я тебе новый уровень. 21 уровень. 880 монет. Открываем наклейки. Выдаются все тупые. Самые прикольные это эпик. Вот такие вот с лисой там. 29-й тоже прикольная, она много дает денег. Хочешь кушать? Давайте сейчас пойдем для Анжелки и купим. Что хочешь? Мороженка? Шоколадку? Печеньку? А, точно. Ты же хотела вот эти вот гамбургеры, да? Сейчас тебя покормим гамбургерами. Покормим тебя, Анжелка. Да. Еще хочешь? Или хочешь печеньку? О, грязные зубы. Да? Хочешь почистить их? Да. Чистим мы, жарим зубы. Ой. Теперь у нас Анжелка, чистюля. Да? Красивая. Сейчас мы себя превращаем в взрослой. Ох, Анжела, ты такая красивая. Маленькая ты кажется лучше. Так что мы тебе дадим отдельно маленькая. Какая ты моллюска. Накопим немножко зелья. Вот я тут немножко накопил зельев, и мы пойдем покупать. Нет, мы не пойдем покупать. Мы пойдем выбирать другую террасу. Так. Стол. Вот это мне стол нравится. Приставка. Вот такая. Париж, Бритни, Нью-Йорк. Жека будет шахматная. И ковер будет. Ой. Вот это я понимаю. Настоящая Анжела. Ну вот. Вот у нас. Вот это я понимаю. Настоящая Анжела. И вот с помощью этого приложения S-проводник. У меня получилось взломать Анжелу. Просто заходите в него и типа нажимаете на папочку Android, Data. Теперь ищу папку с Анжелой, Files. Вот этот файл, текст. Редактор. Вот, например, вот, например, у вас 15 пол. Нажимаю сюда, изменить. Например, шахматная плитка, делайте на 0. И получается, у вас стоит эта шахматная плитка 0 монет. Ну и кто, ну и кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш с Настей канал. Всем пока!